Добрый день. Наверняка сталкивались с тем, кто пользуется программой ICQ, что на iPad mini ее установить невозможно, так как программа есть, но если мы на нее зайдем и скажем скачать, то он ругнется, несовместим с этим iPad. Но есть способ, как это обойти. Для этого нам понадобится программа iTunes. Вот такая вот программа iTunes, но не просто скачав ее последнюю версию, а именно вот с этим номером. 12653. Именно этот номер 12653 позволит вам установить старые программы на ваши iPad. Здесь мы пишем ICQ в поиске. Вот он ее нашел для iPhone и для iPad. Соответственно, если вы хотите установить на iPad, то вы нажимаете «Загрузить». Вот эту вот надпись. Нажали, и идет загрузка. Все, написано «Загружено». Теперь мы возвращаемся к нашему iPad. Включаем наш iPad. Опять же показываю. Сбой, он не дает загрузить. И мы идем в покупки. В покупках, после того, как мы загрузили это на компьютере, у нас должна появиться программа ICQ. Вот она появилась. И мы нажимаем на облачко со стрелочкой. И он предлагает нам загрузить последнюю допустимую версию к нашему iPad. Мы соглашаемся, мы же хотим, чтобы у нас работала ICQ. Загрузить. Пошла загрузка. Добро пожаловать в ICQ. Программа работает. Вводим свои данные и пользуемся программой как хотим. Если это видео было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал.